В минувшие выходные в России отметили не только День знаний, но и День работника нефтяной и газовой промышленности. Труженики газовой отрасли Чувашии традиционно встретили праздник не только достижениями в работе, но и спортивными победами. Торжества на природе в санатории «Волга», что в Чебоксарском районе. Туда съехали сотрудники республиканских подразделений двух компаний «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксара». Поздравить их прибыли председатель правительства Чувашии Иван Моторин и вице-премьер республики, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. От вашей работы зависит надежность работы и энергетики Чувашской республики, и тепло в наших домах, поэтому отдаю вам дань уважения. Надеюсь, что ваша работа также будет и в дальнейшем носить положительный вклад в развитие экономики республики. Ну а у вас в семьях, на работе все будет благополучно и хорошо. Мы несем тепло, уют в каждый дом. Создаем безопасность эксплуатации оборудования. Это всегда надо помнить, если настоящий газовик. Поздравить всех этим профессиональным праздником. Пожелать самое главное здоровья, удачи в жизни, счастья, любви к себе, другим, к работе, к жизни. С праздником вас! Руководителю предприятий газовой отрасли Чувашии приказом Министерства энергетики России присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности». Традиционно лучших сотрудников предприятий отметили благодарностями от главы Чувашской республики и отраслевыми почетными грамотами и наградами. Нагрудным знаком второй степени Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» награжден Клементьев Борис Валерьянович, начальник Цивильского территориального участка. Спортивные соревнования стартовали параллельно. На соседних площадках развернулись матчи по волейболу и мини-футболу. Вот видите, сейчас ребят забили гол, как радуются, сколько эмоций. Это вообще круто, это классно, и работникам это очень важно. Это важно, потому что это снижает стресс, можно сказать, и повышает работоспособность. Коллеги знают друг друга не только по офису, но и по игре на спортивной площадке. К спартакиаде размеренно готовятся, отрабатывая тактику. Еженедельно два раза собираемся с ребятами, играем в футбол, волейбол. То есть это же помогает нам в работе. У нас и командная игра, и командная работа. Волейбол – конек чувашских газовиков. Недавно завершилась всероссийская спартакиада работников «Газпром Межрегионгаз» в Белгороде. Мужская команда Чувашии заняла 3-е место, а женская вошла в 10-ку лучших по стране. Вырастить чемпионов помогают регулярные корпоративные спартакиады, которые газовики уже много лет подряд традиционно проводят 2 раза в год. Эта спартакиада, она собирает коллектив, где мы можем пообщаться. Также спортсмены могут принять активное участие в футболе, волейболе, в веселых стартах. Индивидуальные рекорды ставили в дарте. Женщины держали планку, мужчины отжимались. 1-е место в волейболе заняла команда «Газпром Газораспределение Чебоксары» управлением. В мини-футболе победили спортсмены «Газпром Газораспределение» филиал в городе Чебоксары. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.